Не торопись ты так. У меня он прямой эфир. С потрясающей прической. Сейчас народ наберется. Я покажу. Привет. Привет. Я сегодня выгляжу потрясающе вообще. Вы просто не видели сейчас весь лук. Я сейчас все покажу. Смотрите. Сейчас. Ну как? Правда круто? Вообще просто. Я кайфую. Ой. Вот такая красотка я. Что со мной, Ян? Это я так соскучилась по тебе. Что аж порозовела и посинела. Вот. Мне нравится, я вот думаю, может мне перекраситься? Выбирайте в розовый или в голубой. Офигенно, вообще офигенно. Розовый. У меня, кстати, подходит под рубашку, но у меня тоже розово-голубая. Да? Я была на съемках для Адидаса. И меня обкидывали красками. Для красочного забега? Да, для красочного забега. В следующие выходные. Спасибо, суфлер. В общем, вот такая вот я красотка теперь хожу. Пока не помоешь. Это модный приговор. Да. Круто. Вообще красота. Я иду с директором. На кого похожа? Аврил Лавин в молодости или в старости? Вот. Я не могу, мне так нравится. Я когда просто не меняла так кардинально цвет волос, а тут пока есть такая возможность полюбоваться на себя красочно. У меня, кстати, пальцы даже синие все. Эта синяя краска еле отмывается вообще, в принципе. Мне 21 год. Это прикол, вообще прикол. Да. Если, кстати, завтра же этот Холли. Блин, я нос испачкала волос. Завтра Холли. Вот, поэтому я к нему уже подготовилась. Я лицо просто отмыла уже. Но сейчас опять испачкала. Могу, умею, практикую. Вот так. Да, с наступающим днем России точно. Завтра же День независимости. Белого цвета не хватает. Белого? Не, белый, синий, красный. Ну, почти, да. У меня такой, Абрам. Такой. Что такое Холи? Холи — это где все кидаются красками. Индийский праздник. Ну, индийский праздник, да. Вот такими вот красками, в которые кидали меня сегодня. Блин, ужас какой. Как мне этот розовый пробор потом отмывать, я не знаю. Вот. Пойду работать клоуном. Так, накручусь. В общем, вот. Ладно, ребят, мы поехали. Я показала вам себя красивую, я еще выложу фоточку в Инстаграм. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, запали на грянку, кто еще не подписан. Вот. Всем удачи, хорошего дня. Всем пока.